Добрый день, сегодня мы находимся в Петраде, и сегодня хозяева принимает Таирова. Как вы уже знаете, комментирует для вас Богдан Кошелек. Напомню, что это 18-й тур Авидёпольского района. Судья дает свисток, и прошла первая минута матча. Николачук, опасно, возле ворот, удар! Кравченко с мячом. Можно бить. Удар по воротам. Олежек возле мяча дает подачу. Валентин, удар. Олег с мячом. Дает Некли. Олег подает угловой. Подача. Гол! Сержант забивает первый гол! Ура! Радуется ФКП. Это первый гол сержанта в сезоне. Давайте посмотрим на этот удар. Автор гола на ваших экранах. Можно бить! Дает пас Белану! Олежек. Ну, в трассу никого нету, БС. На Макс. Наконец-то с мячом! Можно удар! Гол! Удар! 2-0 на табло! Давайте посмотрим повторчик этой идеальной атаки. Костя бьет спокойно. Наконец-то дает Бернац. Бернац его. Кравченко. Подачу. Сержанту. Достает. Сержант штрафной. Сам. Удар. Гол. Дубль. Зовет себе игроков, одноклубников. Все поздравляю с дублем сержанта Игоря. Наконец-то с мячом бежит штрафной. Удар! Гол! Там! Сам порешал наконечный. Бэфса за мяча. Удар! Наконец-то закончится этот матч.